Боже, какая хорошая гифка. Ладно, допустим. Так, что мне там пишут люди? А, она мне тоже кидала. Ну, у меня же скажи лучше. Эва. What the fuck, да. Отличная гифка, по-моему, просто шикарная. Я ее больше не буду запускать. Вам не нравится моя гифка, чат? Серьезно? Ну посмотри на нее еще раз. Ну это же офигенно, по-моему. Призрак, спасибо за ресап за 2 месяца. Здравствуйте, удачного стримчика. Спасибо, спасибо, что смотришь. Я тоже тебя люблю. Не очень гифка. В смысле? В смысле не очень? Нет, я не открою. Я знаю, да, вы сейчас будете писать открою, я не открою. И тем более у меня двери заколочены. Чат, я не пойду, серьезно, я не пойду. Я знаю, да, что это такой ивент. Я не пойду, сейчас я не пойду никуда. Если я пойду, то я труп. Ну его нахер. Бля, суки. Я же дверь заколотил. А я ж не заколотил дверь. Ну вас нахуй! Без палева! О, лампа погасла! Сука! Я вообще... Я не могу не материться! Ёбаный дегенерат! Ты можешь подвинуть этот, сука, сраный... Боже... Боже мой... Как хорошо, что у меня 2 лампы. Чат, какого ху-ху-ху? Врагу не сдается наш гордый. Что за пиздец происходит? Я не знаю. Испугались? Обосрался. Моя тактика сработала на 100%. Первые 30 секунд. Сейчас я приду в себя, время все равно не работает. Боже, я как будто экзамен какой-то сдал. Сквозь оглушающий шум ветра слышится тихий голос. Он кажется мне знакомым. Голос доносится, будто из замочной скважины. Кто-то зовет меня. Посмотреть замочную скважину. Иди. А? Иди ко мне.
Только я не уверен, что я по правильной дороге. Ой, твою мать! Сука. Блядь, я так испугался. Чё ж ты выдыхаешься, ты мудила? Да твою мать! Я сейчас сдохну. Давай сюда. А, получилось, сука. Ну давай, пидор. Давай, короче, мне уже похер. Уже похер, давай. Сейчас ты у меня гребешь, тварь. Давай, заходи, что-то ссышь. Давай, давай! Welcome. Беги домой! Сука. Так. Блять. За 12 секунд до сраного. Пошел нахер отсюда. Пошел. В очко себе засунь. Мама. Мама. О-о-о-о-о-о. Заставь, блядь, тупица, твою мать. Свет далеких планет. Блядь, все... Как вообще тут было? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не больно, тварь! Все хорошо, все хорошо. Такое получил в табло, ты битый. Так, спокойно, ты главное не нервничай. Зачем я сам это делаю? Ну серьезно. Ну когда сам знаешь, что что-то произойдет, оно вообще не страшно. Ой! Сука, ну какого хера? Я не понимаю, почему я так боюсь этого дерьма.
побежал к двери, открывайте. Чат, не надо это клипить, у меня рожа тупая в этот момент, мне стыдно. Испугались, обосрался, как обычно. Ну, не знаю тогда. У меня... Вау, обморок такой. Я вас опрокинул с бикини, ну, чтобы вы понимали. То есть я обещал на следующий... Сука. Да какого хера на прошлом стриме оно было? Зачем повторять? И чё? Зачем вы мне сказали это сделать? Сколько? 30 приседаний надо? Вы опять меня напарить хотите? Какие же вы сухи, боже мой, ржут, главное, повелся. А я думаю, что... Я буду приседать. Я не прощу вам, если это реально обман. Ясно. Хорошо. Хорошо. Это за то, что я бикини не показал. Ясно, ясно. Ось! Эй, воу-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 воу! Подумайся, манекен, ты какого хера делаешь? Твою мать, блядь, я не могу! Какого хера? Отстаньте от меня! Нет, нет, нет!